Здравствуй, полагаю, сегодня твоя ночная смена. Сейчас я тебе вкратце расскажу основную информацию, которую тебе необходимо знать. Твой кабинет оснащен механизмами закрывания защитных дверей. Они помогут тебе защищаться от старых аниматроников, брошенных в камере С2. Аниматроники могут проявлять активность, и тогда они начнут перемещаться по помещению, но, думаю, они не смогут тебя обидеть. Просто закрывай двери, когда это будет необходимо. Также кабинет оснащен двумя вентиляциями для лучшей циркуляции воздуха. Они также, как и двери, имеют защитные механизмы. Еще тебе будет необходимо следить за работоспособностью генератора в камере С1. Не допускай, чтобы он прекратил свою работу, иначе помещение будет обесточено. Ну, основную информацию я рассказал. Ночная смена продлится до 6 утра. Желаю удачи. Thank you.